Эх, лето. Деревня, лес, речка. Также мухи, комары, змеи. Андрей Чикатило. Это был обычный солнечный денек. Мы с моим братом купались в речке. Но не просто купались, а купались на плоту. Вы спросите, где мы его взяли? Это была долгая история. Ладно, ладно, мы просто пришли на речку и нашли плот. Все. И все бы хорошо. Мы все плаваем, детишки пускаются на побережье, змея плывет прямо к нам. Стопче. Ну нахер. Отец! И я начал пытаться повестить людей об угрозе, а потом посмотрел на лицо брата. Ну, ты же не бросишь меня, верно? Ну и от того, что брат столкнулся от плота и ушел на берег, естественно, он теперь плыл прямо к змее. А я так-то боюсь змей, и в голове у меня какая-то каша. Так еще и были люди, которые кричали, что это уж. Уж это. Но мне как-то насрать, питон это или уж, это все равно змея, и это страшно. Но, по всей видимости, змея решила, что она выше всего этого и просто проплыла мимо. Да, история может показаться простецкой, но в голове она запомнилась примерно так. Ну, а на этом у меня все. Ждите новых историй, анимаций, и всем пока.